Лили, молодцы. Боже, такие дырки красивые, так ровно на стенах. Это аквариума. Где так начерчено. А изолента в электрике есть? Сейчас, ну, по чуть-чуть. А скотч есть хоть? А скотч или нет? А на кухне есть, да? Ну я там тоже снимал, закрывал, перекрывал. О боже, вы потолок сняли, да? Как оно интересно. Лампочки. Все застелили. Белая пойдет? Да, любое. Это мы когда так. Как? Мальцовка тут хреновасенькая. Такого ты хрена. Мучается без дела. Кукарекает. Да, короче. Нет, я что? Правильно. Там рецепт. Все, телефон готов. Включаем металлик. Пошел. Ой. Может быть, тогда я остановлюсь. А телефон у меня на брат. Уже двинулась работа, то это самое такое... Ну, сейчас пропиляем, она сядет. И потом упашемся. Это самое такое основное, проводка, вот это все. Самое главное. Потом уже все. Сантехника еще. Ну да. Это еще что-то. Он не звонил сантехник еще, можем позже. Ну это еще не сильно пыльно. Я думал, что... А, это пока, да? Сейчас он поставит новые диски. Ну еще... А выключатели уже есть или нету еще? Нет. А, еще нету, да? Это потом уже, после того, как шпаклюется. Ну, уже летали. Ага. Вот это что же, как-то свет моргает. Вот это, думаю, что-то лампочка. Не, он у меня и так моргает, этот свет. Что-то непонятно с лампочкой. Такой блым-блым-блым. А, может, ну это старая проводка вот это. Выключатель. Потом не должен. Слился со стенкой. Капитально, конечно. Вот. Ужас. Ну, где-то ну, минут 40 час, наверное, да, будет садиться. Я думаю, быстрее. Быстрее, да? Сказали, что даже быстрее, чем час. Полчаса. У вас есть время, да, если подождать? Полчаса? Ну да. Ну, закрывайте, потом будет тянуть. Да. Может, заходите, тут посидите в квартире. Два зайчика меня, Артем и Ванечка. Мама уже все показала. Да, да. Это я думал, это... Ага, и вот это. А, ну, да, это мне высылали. Я... Этот хоть куплет. Мама позабиралась. Да. Этот куплет поет, а этот недавно нам прислали. А это и припев, мама. А этот ничего, этот ничего. А тоже уже не поет, да? Ну, как нет? Ну, чуть-чуть, а... и все. И все. На лапу надо жать. Да, вот этот, да, который у тебя в ящике лежал, поет, это русский Ваня. А это, видишь, сорочка-вышиванка, и у него вот какая, вот, красная лента сзади, кубанка, а там фуражка. Да, должен на украинском петь. Да, это меня Артем, а то Ваня. А вот это еще хорошее тоже. И, между прочим, чина пишут, ну, это что, Китай, пальчиком, да? Пальчиком обычно. Да. Обычно. Хватит, с ума сошла. Развлекаюсь. Детства не было игрушек сейчас, слава богу. Согрели людям, все попросили. Обычно. Ну, маленькая. Такая маленькая, только игрушки по 800 пошли. Она выключена. Скорее всего, тоже 3. Мама, выключай. Кто говорит хомяк, кто обезьян? Это медведь, да? Медведь разве? Тоже мишки есть, да. А что это?
Помнишь, мне кажется, обезьяны, не? Да не. Это Мишечка. Обезьяны более приплюснутая. Да. А кенгуру вот какое тоже у меня есть игрушка. Вот, Мишка, видишь, какое лицо? Вот это Мишка. А кенгуру вообще, смотрите, какая красивая. И с малышом. Ужас один. А что, Самвел, даже кукол не было. Ну, 48-го года, 3 года. Мама, поправ платье, бо скажуть, що зняла платье задрала. Какие игрушки? Вона писить. О чем ти шепчеш? Какие игрушки? Розруха, война. Да, ти війну бачила. Да я не видела, но я маленькая была, кто бы мне покупал. Хай даже и 5 лет не было. 50 какое-то вот, 53-й, 5 лет. Який 53-й? Ну, я 48-го, 53-м 5 лет было. А, конечно, Сталин умер, я помню, мама пришла и говорит, сегодня Сталин умер. А они в селе, управляющий был, день рождения отмечали, закрыли окна, ты что, наказали бы? Глава правительства умер, а они празднуют, танцуют. А ну что, и получилось это? Не, надо батарейки, там можно купить. Просто батарейки, да, надо. А ну, сейчас попробуем. Нет, молчи. Не, ну просто... Да, тебе же батарейки не отремонтируйте, все на силы. Да. Ну спасибо, ну ничего, я буду куда ехать, я их возьму. Пакет я положу. Зачем? Ну, я поменяю. Буду то я тебе куплю. Три штуки сюда, три туда. Ну, а там же играет. Так тут по три, да? По три, да, каждый. Так, а тут пока играет, пока ничего. Пускай. Либо с запасом. Ну, если будут запечатаны... Либо Томас, ты куда выглядываешь? Да, выглядай на улицу. А ну, залезь в квартиру. Давай, вперед. Выглядай. Уже повис на этом, выглядай. Мама, сядь нормально. Сейчас я ставлю на место. Тихо. Ваньку ставлю на место. Ванька. Ваньку и Артема. Так, спасибо за прощение. Та нема за що. Ну що там, може, ну ще рано там. Якщо що, і що, будьте, не спішіть, а що ж пилю дишати. То тут зробили, це розбили, воно все в пилі. Ну і що пильне, я думаю. Може, звісно, поменьше. Чуть-чуть сіло, так? Да? Ну ще треба, да, минут 20. Я думаю, что можно вам еще подождать минут 15-20. Ну, посмотрите, как оно. Ну, уже поменьше, конечно, но еще есть. Еще есть. Дышать тяжело будет, наверное. Ну, один без. Один без маски, второй в масках. Побудьте еще тут. Все, снимаю парик. Снимай, снимай. Жарко. Без парика. Ой, жарко сама. Уже а ты зачем ты тут парик одеваешь вообще? Я стесняюсь так ходить. Ой, вот господи, еще малые волосы. Ты как хакамада. А? Украинская хакамада. Ага. Кошмарики. Он жаркий парик такой. Зачем ты его? Ну ничего. Давай его сюда я положу. Сейчас мне надо звонить пенсионный, узнавать. Положи его. Хорошо ставь только, правильно. Челочкой туда. Хорошо, самое. Надевай прямо на палочку. Как ты одеваешь? Что меня хорошо ложится, у тебя нет. Так. Ну, хорошо было, если все. Форма, чтобы была. Все, хорош. Пойдет. Ой. Тебе хорошие волосы уже, можешь так ходить. Да, ну стыдно. Коротко. Да что там стыдно, прям? Коротко еще. Стыдно. Ты же не без трусов идешь. Ой. Так что орхидеи надо пополивать, что с ними делать. Хлеб взяла нарезной, чтобы дольше, чтобы дня на два хватило. Тебе, мне, может, Коля, когда будет кушать, взяла большую, так почти за 10 такой нарезной. Я не знаю, какой он. Пшенично-чержаной чи какой-то. Я не взяла тот, который я брала зерновой, там его мало. Я думаю, возьму больше, чтобы завтра не ходить. Яйца больше взяла. Вы любите яйца, вам буду жарить. А себе раз в два дня одно варю. И все. Не что же от чего-то сказала доктор, поправиться надо. А что ж я буду то в посуде такую держала, диету, что вообще ничего. Сейчас кефир буду. У меня кефир есть,
Я не брала сегодня. Буду пить кефир, сказали. Больше будешь жить, если будешь кефир. Три жизни, мама, будешь жить. Ой, трошки сыра, так красиво мне, смотрите. Сделали это. Резетки. Сегодня вообще и сантехники, и электрики, и по кондиционеру, и по всему сегодня сколько людей пришло. И самая главная работа, потом уже будет легче. Падала трубка, я не трогала. Я подошла, хотела ключ струмить, но упала то дверь. Проходь, бо я мене ноги грязными давай, надо вытерти. Давай, закрывай. Це він тут ушу щось наділав, но я потом уберу. На пісер. О, горку вже на горну. Горку на гору. Куда ти йдеш? Чого ти йдеш туди? У меня сколько проводов новых на потолку. До свидания. До свидания. Да, до завтра. До свидания. До свидания. До свидания. Завтра позвоните, да? А, все. Хорошо. Все. Пошли электрики. Вот хорошо получается, что нет тут этого, как сказать, у того, ну, загагулины вот на трубе, которая была. Туда же было. А, не, ну красный. Торчок это. Тут вообще, я не знаю. Тут прямо на такую поддачу рассчитана труба. Да? А там вообще у вас задвижка стоит в коридоре. Вы же видели? Там целая. Это же тоже отопление. А где задвижка? В коридоре? Да. А что я не видел до сих пор? Прямо же задвижка. А, вот тут. Вот. А, то я понял, да, там я круль. Это что же такое? Вот это ж оно все такое сделали, не знаю что. Что сколько труб на одну квартиру. Так хорошо сделали вообще, молодцы электрики, тоже так у них все ровненько. Еще и зашпаклевали, так прям вообще идеально. Это вот эта труба ведь напрячется, давайте штанги. Это вы уже резьбу сделали там, да? Да. Там нарезано, там вот эта задвижка скрутилась. Я понял. А теперь вы паять будете этой лампы. Да. Те, паяльник. Лампа один. Это же в дырку туда она засовывается, но сколько-то секунд там что-то оно. Там надо знать, сколько оно. Да. Такая штука. Склеилась, да? Да. Это ж надо такое придумали. Ну лучше вот такие трубы, чем металлопластиковые. Я много раз слышал, что лучше. Ну да, оно спаивается, тут монолит и
И оно уже не пробегает. В пластике там же манжеты резиновые, и оно зажимается. Ага. Есть металлопластик, там опрессовывается. Ну как бы тут оно спаялось, все. И это можно уже даже там, чтобы замолвать. То есть кричит в соседней квартире. Через дырку слышно. Ой, сколько паутины, смотрите, под потолком. Откуда она там взялась? Как паутина внутри наплелась, что там паук? А вы потом придете вешать уже после того, как зашпаклюют, да? Я бы ее повесил, если бы батарея была. А, я понял. А ее потом можно снять было бы, да, самим, да, зашпаклевать и повесить? Да, разъединительные будут. Как болтики эти, да, или как шурупы? Вот, разъединительная. А, вот это и откручивается, батарея, да, снимается? Да, это шурупы. Сейчас такая мелю. Все, с трубой у меня все решено уже. Такие вот краники будут на трубу. Их, кстати, можно подрезать. Если тут будешь поклевать, то можно их подрезать. И вот так вот таким меньшим количеством поворачивать. То есть три краника. Все аккуратно, красиво. Убрали здесь вот этот горб, который был горбатый. Вот на таких штуках держится оно хорошо. Видите, как профессионалы, когда работают, нема такой херни-мурни. Так, а тут что? Ну, это потом будет накручиваться, наверное, резьба. Хорошо парень сделал, тоже спокойно пришел. Он просто пришел как раз в тот момент, когда тут пиляли вот эти штробы, и тут было просто пыли, ну, очень много. Тут пробивали, там пробивали, насквозь, вот здесь. Вот. А это, в принципе, уже можно споклевать. Схема, электриков схема. Так тоже хорошо сделали, видите? Все по уму, нема шаляй-валяй. Хорошо прикрепили, хорошо прибили. Вот это специальные вставки. Держат шнур перед алебастром, мажут, когда потом их убирают, потом уже шпаклевится. Временные крепители. Все такие вот. Как зажимчики. Ой. Ой. Сейчас не вставлю теперь. Ну, так вот это будет, вот это будет проводка. Вот это будет электрика, понимаете? Все. Такие мощные провода хорошие. Там распределительная коробка. Вот, находится здесь. Вот как хорошо. Так электрики все за собой даже подмели, представляете? Все убрали. Молодцы. Все красиво очень. Краники, чтобы не открывали. Ага. А вот это я хотел спросить, это вы потом нарежете, да, тут или что тут надо, как батарея, она просто засовывается? Я не напаивал, потому что уже придет батарея. И тогда уже вместе. Да, да, есть вот, ага, эти штучки. Я, наверное, заберу, да, чтобы не потерялись. Ну, лучше, да, возьмите с собой. Вот, напаивается. Ну, я понял, да. Я понял, что эти штуки. Вот, вот так вот. Ага. И к нему просто крутится батарея, да? Ну, это там батарея будет. А, ага. Вот так батарея. Ага. А вот эти, да, это тоже потом эти штыри ставятся? То есть они могут спокойно заштукатурить? Да. Угу. А где штыри? Где-то, где-то их положили. А штыри где-то тут лежали, да, были.
Ого, на таких саморезах чуть-чуть. Ну да. Ну, ого, можно поменьше взять, это не проблема. Лучше больше, чем ну, да. русские. Так по длине можно загнать еще. На батарея купится, да, уже? Это просто... Вы опять не сказали, что можно загнать. Ага, все. Лампу надо, чтобы вы не забыли. А это электрика. А, это не ваша лампа. Да, это я у них попросил, они... Ага, я понял. Так что, в принципе... Это у вас такая, как наковальня, стульчик. Да, это... Удобно очень. Вот это еще завтра пережить пыль вот эту. Еще один день такой самый пыльный будет утапливать этот ящик. Нет, тут будет другой, тут будет все другое. Ребята, гляньте. Это для вас. Аквариум. Его протер сразу первым делом. Так, в него ничего не попало. Рыбки тут при памяти. Ну, тут таким слоем пыли покрыло, скажем так, вот в кухне. Ну, это все можно убрать. Это все я буду вытирать. Ничего страшного. Но сегодня убирать не буду. Почему? Потому что завтра будет то же самое в коридоре. Может быть, я только кухню вымою. Я посмотрю сегодня на свое состояние. Если я вымою кухню, то я хорошо заклею скотчем проход сюда, и уже тут будет чисто. Но с другой стороны, я думаю, может быть, не торопиться все-таки. Пусть уже сделают. Может быть, потом все уберу. Ну, что ты будешь тут дивиться? А це що ти так? Це такі окошка. Це потолок. Так це потолок. Це ж в мене був потолок на потолке. От це буде на потолки? Ні, це вже не буде на потолки. Ну я же кажу, це просто закрито. От це потолок так. Да. Так а що так? А і там так, да? Ну це ж лампи, мене ж він же опускав. Ні, його ж опускали, коли робили. Це ж старий потолок, це старий. Старий, так буде, да? Тепер що він каже тут зробив, воно? Ну мама, що воно? Розетки, він там повиводив. Ага, повиводив до розеток, батареї вибив, да? А воно що там теж буде, да? Це ж телевізор буде. Це вже нове буде, да? Да. Это под аквариум будет. Де-де? Вот это вот. Под аквариум? Да. Так а что там? Розетка чи що? Ну, розетки будуть, конечно. Вона ж тоже с розеткой. Потолок, он видишь, что надел. Оце такий буде. Да. Так а як? Чіплять. Мама, це все зделають. Чіплять. А бачиш, іде так. Там ниже, тут вище, да? Ну, це оно тобі так видно. А коли буде лампочка, оно буде все ровно. А туди що буде чіплять? Оце ж саме, да? Потолок. Потолок, так. Да. А що ви? Який він? Отакий. Який? От як оце висить. Як ось. Оце? Да. Як оце, да? Да. Це буде на потолок іти? Да. Ні, ну, наподобіє такого. Наподобіє, поняла. Треба там у кухні все, як вони вже не будуть гекати. Ну завтра ще будуть гекати. Пока. Я вже сьогодні тут мити нічого не буду, вже все. Томас буде ночувати повністю сьогодні там, не буде його навіть сюди приносити. Что-то очень грязно, там его убирать смысла нема. Ну да, нехай так будет. Потому да. Что... Хай будет так. Так, что тебе приготовиться? Сделать? Мамка, ничего не хочу. Давай я яичек. Мамка, ничего. Так хватит, сколько можно кудахкать. Да куда? Ладно, мамка, иди, я поподметаю еще трошки, давай.